На мурале изображен Василий Маргелов и БМД-1 – советская боевая гусеничная плавающая машина. Она была разработана при его командовании, и это был первый объект, который десантировался парашютным способом не только у нас, но и во всем мире. На этой машине десантировался его сын внутри боевой техники. Поэтому он как бы рисковал, ну, грубо говоря, своим сыном. То есть на самой машине сбрасывали машину? Да, сбрасывали машину, и экипаж был из двух человек. Вот был Зуев и Маргелов. То есть настолько был уверен, что сына отправил? Да, настолько был уверен, настолько все проработано было. Работы по созданию граффити завершили в начале августа. Ко дню города Кубинка здесь будет благоустроена территория, чтобы все желающие смогли с удобством фотографироваться на фоне мурала с изображением легендарного генерала, основателя ВДВ Василия Маргелова. Ольга Дмитриева, телекомпания «Одинцова».